С начала года в Нефтеюганске произошло 11 ДТП с участием детей. 7 случились по вине водителей, 4 по невнимательности самих несовершеннолетних. В основном наезды происходят в жилой зоне, либо на нерегулируемых пешеходных переходах. Дорожные инспекторы своей акции хотят привлечь внимание как школьников, так и их мам и пап, и, конечно, автолюбителей. Родители должны быть примером своих детей, не нарушать правила дорожного движения, объяснять, рассказывать и говорить о том, что необходимо соблюдать, не отвлекаться, ходить по пешеходным переходам, не выбегать на проезжую часть. Водитель должен быть максимально, предельно внимателен, соблюдать скоростной режим, а возле образовательных учреждений вообще просьба двигаться с минимальной скоростью. Начальник ГИБДД напомнил, что впереди осень и зима, когда рано темнеет, а значит, на одежде и школьных рюкзаках должны быть светоотражающие элементы.